Приветствую вас, Анастасия. Вы знаете, вот ваши вопросы, да, конец ли это вашей семье? Ну, честно говоря, вопрос, как мне кажется, поставлен некорректно, потому что семья это не то, чему может быть конец, по той простой причине, что семья, в общем, в целом не имеет отношения именно к людям, как такова. Вот. А другое дело, конец ли это, например, вашим отношениям. Это да. Это куда более такая, ну, куда более такая серьезная история, вот, потому что вас не устраивает что-то одно, может не устраивает что-то другое. Вы знаете, ну, сказать точно, сказать наверняка, можно будет только после того, как, например, вы сами начнете меняться. То есть, если вы будете работать над собой, если вы будете меняться, если вы будете делать что-то, чтобы изменить данную ситуацию, да, если вы будете делать что-то, чтобы как-то вот скорректировать эту ситуацию, если вы возьмете, например, на себя личную ответственность за то, что происходит, то в таком случае, может быть, у вас будет шанс отношения сохранить. Вот. Если же нет, если же вы будете вот так требовать от мужчины, чтобы он ну, просто вот пресекать его какое-то поведение, не давая ничего, например, взамен человеку, вот, то в таком случае, да, скорее всего, ничего не получится у вас, это правда. Вот, дальше, значит, что касается неуверенности в себе, то эта неуверенность, скорее всего, была с вами. Всегда эта неуверенность была, скорее всего, с вами всю жизнь, просто вот, ну, опять же, какое-то время вы ее не замечали, да, какое-то время вы с ней не сталкивались, потому что раз вы, ну, сравниваете себя с другими, раз вы обращаете внимание на других, то, ну, соответственно, это проблема, и это, опять же, к этому, грубо говоря, вы, ну, очевидно, вы к этому предрасположены. Это очевидно, совершенно очевидно, что вы к этому предрасположены. И, соответственно, если это предрасположенность, то с ней, опять же, нужно работать. Да? То есть не просто требовать от мужа, чтобы он перестал там, делать то, что он делает, а именно вот как бы работать над принятием себя безусловно, работать, например, на тему личностного роста, там тоже очень важный аспект достаточно вот ситуации. И так далее. То есть все это можно сделать, все это можно провернуть, если у вас есть такое
такое желание, если у вас есть такой запрос. Вот. Ну, что касается всего остального, того, например, что вы сидите дома, а муж вас никуда не берет и, по сути, не хочет никуда выходить с вами, то это уже скорее речь здесь о том, как именно вы выстраиваете отношения свои, что между вами общего и так далее, потому что вы себя, получается, поставили таким образом, что муж вас не ценит, да, муж вас не совсем уважает, вот, и, соответственно, ну, да, вопрос к вам, как так вышло, что муж вот воспринимает вас таким образом, вот. Конечно, он чувствует вашу неуверенность, чувствует, что вы, значит, как-то вот от него зависите, да, что вы боитесь там его потерять, да, он чувствует, что важен вам, что вы только вот в нем видите, ну, как бы цен. И, соответственно, вами не дорожит. Вот. Это опять же вопрос, как бы, все это вопросы к вам. Вот. К тому, что вам важно, и к тому, на что вы там, делаете акцент, грубо говоря, да, и на что вы на что вы обращаете внимание, то есть чему отдаете предпочтение и как расставляете приоритет. Вот. Такая вот история. Так что, изменив свою модель поведения, вы сможете изменить взаимоотношения в семье. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.